Тогда дальше для вас просто, что если у меня ломается телевизор, я вызываю мастера, я сам туда не лезу, я не разбираюсь. Понятно? Ну, понятно. Понятно. Ну, понятно. Так вот, я профессионал в своей области. Вы профессионал в другой области. Практически, я предлагаю вам определенный уровень контактности, совместной работы. В перспективе, теоретически, это может быть полезно как вам, так и нам. Но это насколько вы возьмете информацию. Давайте контактировать будем, мы со всеми контактируем. У вас все консультируют охрану президента Горбачева и Ельцина? Да о чем нет охраны? Я знаком с Коржаковым, был и с Рогозиным, и с их аналитическим центром. Ну что, они глупцы там, ну и что, нет, я тут все консультирую. Спокойно, спокойно. Вы немножко, как говорится, уходите от темы. Еще раз. Давайте совсем с другой стороны. Вот приехал в свое время гуру Асахара к нам. Сказали про такого? Ну что, знаем мы гуру эти всех, только речь, то есть о чем? А почему вы не... Вы же сидите как собеседник. Значит, гуру Асахара... У вас такие, у нас свои. Что туда не гуру Асахара? Ничего. Значит, гуру Асахара приезжает в Россию. Ему здесь открывают все двери. Спецназ с ним работает, им продают вертолеты и так далее. Рудской за ним здоровается за ручку, а Лужков обговаривает с ним создание совместной макаронной фабрики огородительного типа. Угу. Я этим вещами тоже не интересуюсь, но меня ребята по спецслужбам выводят на этот центр. Я договариваюсь с ними, встречаюсь. На первой же встрече, вот такой вот контакт, их, значит, главный представитель Майтрея Сейтанши пытается взять меня на волевой контакт, наложиться, ну как вот среди гипноз делать. У него не получается, перегрузка, он падает в обморок. У него не получается, перегрузка, он падает в обморок. Ну и что? Ничего особенного. Вы же действительно кто-то поджег, и когда это делается сверху. Я сделал запись небольшую фильма. Вам передавали? Да, но я только приехал, Наталья Ивановна посмотрела уже, она мне, так сказать, как бы просветила маленько. Вообще только сейчас я говорю конкретно, встречаемся, что делать будем? То есть ваше предложение, то есть чего? У нас есть программа, есть план действий, мы его реализуем, его можно осуждать, там, критиковать, но мы действуем. То есть что вы-то предлагаете? Мы готовы к вам подключиться, или вы к нам подключаетесь, а то там говорим, что говорим, о чем. Итак. Значит, вот у меня там есть бумажка, предположим, в свое время через КАС
ГРУ РУБОП мы передавали на президента Путина и Буша. Предложение о создании международной контртеррористической организации. Мы подготавливаем боевиков, которые подчиняются ООНу, и они контролируют, так сказать... А ООН подчиняется любую террористическую глобальной мафии. И чего? Я все к тому, чего, так сказать, мы как вот уже сколько говорим, а все говорим там то об этом, то об этом, то об этом, то о Гитлере, то о Сталине. Делать-то чего? Я вас изучаю. Так, ну и сколько тогда будет длиться это изучение? Я, конечно, извиняюсь, но, так сказать, как бы надо это самое маленькое. А ведь мне по-крупному ничего не надо, понимаете? Ну тогда что, не надо, тогда до свидания, все. До свидания. Ну все, тогда все. Следы ушедших героев унес весенний прибой. Их давно рядом нет. Их давно рядом нет. Их давно.